Всем привет, мы едем покупать Юльке кошечку. А сюда едет он. Едем к Юльке домой. Видишь, успели. Нашли объявление о продаже кота на Авито. Ну, в Зеленограде. Спрашиваем, а где вы живете? Корпус 14 такой-то. Там, где Юлькина квартира. А они такие, подъезд такой-то. Так это же Юлькин подъезд. Итоге мы едем к Юльке домой покупать ей кота. Нет? Мне тоже понравился. Что он прям как на фотке такой. И ушастик немножко. Что, скажи, куда это мы едем? Мы подрежем тебя. Ты меня не подрежешь. Спасибо. Куда меня везут, да? Да. Мурчит. Мяу. Здрасте. Туалет. Как мы его назовем? Не знаю. Че, берем тебе игрушку? Black Star. Хороший пупс. Прикупили, короче, туалет, корм для котов какой-то, Royal Canin. Да, Royal Canin. Ну и туалет сам наполнитель. Домой. Сейчас будем его обживать. Включи свет какой-то. Может быть, будет видно что-то. Да нет, туда света только нет. А может и будет видно. Какой он? Иди сюда. Иди, мой хороший. Не за мной. Мы никому не скажем, да? Камера уже даже чуть-чуть подсела. Как ему нравится. Все, давай. Домой идем. Домой, домой. Нужно увидеть это еще раз. Искры валятся из-под моста с такой силой.